Всем привет! Ну вот сегодня решила посетить садовый центр. Я уж сама здесь давно не была. И, конечно же, меня и подписчики просили, чтобы я сняла видео, походила по садовому центру и что-то приобрела себе. Ну вот, пойдемте. Сначала посмотрим, что продается у них на улице. Садовый центр, здесь у них такие дизайнерские вот такие островки разные, так вот погулять очень даже хорошо, там у них искусственный водоем, но туда вход почему-то закрыли. Все продается, но, конечно, здесь и плодовые деревья, и растения, которые для улицы. Ну, сейчас поедем в другой садовый центр, так как здесь комнатных растений практически нет. Вот приехали в другой садовый центр. Здесь есть комнатное растение на втором этаже. Сейчас мы туда пройдем. Мне понравился цветок. Сейчас я думаю. Наверное, нужно его купить. Во-первых, цветовая гамма мне очень нравится. У меня нет такой цветовой гаммы еще. Среди моих джунглей.
нравится мне растение филодендрон. Очень красивое, 2500 стоит. Очень красиво. Ну, конечно, в оранжерее или вот где много места, да, вот в квартире, то конечно, его тяжеловато содержать, потому что много места занимает. И здесь вот фикусы такие интересные, формированные. А это вот, кстати, вот это что такое? Прикольное такое. Посмотри. Это что? Даже отдаем, ну, такой самый простой сорт, тучный. Ну что? Ну, в общем, решила взять этого африканца. Просто у него тут... Красивый? Да, красивый. Потому что его когда привезли к нам, у него не было столько цветов. Сейчас. У нас все, вот новый новичок. Я очень довольна, мне прям нравится цвет вот этих цветочков. Такой прям вообще необычный. Очень, очень нежно смотрится. Не зря съездила, в общем. Ну, в общем, купила я этого африканца. Понравился мне он очень. Здесь, конечно, территория очень большая, там на улице очень много растений. Ну, я, в принципе, что хотела, сделала. Свершила покупку и еду домой теперь. Я, конечно, дома посмотрю это растение, почитаю, что это за растение, и потом сниму видео про него и расскажу вам. Увидимся в следующем видео.